Путешествие – это калейдоскоп впечатлений, от которого так не хочется отрываться. Мелькают страны, события, города, отели, новые блюда. Эти воспоминания остаются с нами на всю жизнь. Думаю, желание сохранить свои лучшие впечатления подсказало моим сегодняшним гостям идею их собственного стартапа. Неугомонные Ксюша и Никита всегда стремятся к новым горизонтам. А их стартап Travel Map был бы невозможным, если бы однажды они не сказали себе: «Хватит рассуждать, пора действовать». Мне нужен был подарок моему мужу, который сейчас является моим партнером по бизнесу. И так как мы вдохновляемся путешествиями, пришла идея сделать вот карту, на которой ты именно стираешь страну, в которой побывал, по принципу лотерейного билета. Я поняла, что, в принципе, весь технологический процесс я могу расписать там буквально по минутам, как это все сделать. И это первая идея, которую он действительно очень сильно поддержал, поверил в нее. И вот мы начали пробовать. Мы попали на бизнес-лагерь, и, наверное, это было отправной точкой, потому что после этого я вернулся, написал сразу заявление на увольнение. Шеф говорит, типа, Никит, ну куда так, ну что вдруг? Я говорю, не, все. Извините, пора. Изначально ребята стартовали с одной картой, но со временем они запустили целую линейку продуктов. Появилось через год направление мотивационных постеров. Первый постер в этом направлении – это был 100 больших дел, которые должен сделать каждый в своей жизни. Дальше появился уже ближе к Новому году смарт-календарь. Плюс появилась карта визуализации Dream and Do, которая позволяет человеку по 8 сферам своей жизни визуализировать свои мечты. А самое главное, мы стараемся научить человека, как достичь этого всего. В любом бизнесе есть конкуренты. И ребята решили не соревноваться в цене, а просто быть лучше и в чем-то уникальнее других. То, чем сейчас гордимся, это продукты на прозрачном пластике. Мы добавили огромный функционал. Это возможность рисовать непосредственно на плакате и удалять свои заметки. И мы в этот момент поймали вторую волну уверенности и поняли, что можно дожимать всех. Главное – хотеть, искать и не бояться. Профессиональные знания – дело наживное. Маркетингу и продажам можно научиться. Самое главное – это желание постоянно двигаться вперед. Все, что случилось, возможно, только из-за того, что отсутствовал опыт. Если бы он был, мы бы, наверное, действовали по-другому, боялись бы чего-то. Поэтому отсутствие опыта – это вообще круть. У ребят не было готового рецепта счастья. Они постоянно находились в поиске, каждый раз открывая что-то новое. И в итоге все это сложилось в единую картинку, как пазл. Мой рецепт счастья – это команда. Счастье – это не цель. Это вот жизнь и каждый момент. –